В рамках реализации социальных и благотворительных инициатив Союза армян Украины представители организации Аким Пагасян и Артур Саркисян посетили Армению для встречи с пострадавшими в результате апрельской эскалации 2016 года. В ходе визита представителей Союза армян Украины в Армению состоялся ряд встреч с семьями пострадавших, которые в апреле прошлого года были выбраны для оказания гуманитарной помощи от Союза армян Украины. Решение об оказании гуманитарной помощи пострадавшим было принято 14 апреля 2016 года на внеочередной конференции Союза Армян-Украины в Киеве, когда главами региональных армянских общин страны единогласно была поддержана инициатива председателя организации Велена Шатваряна. С августа прошлого года 40 семей погибших получают гуманитарную помощь.